За последние полтора месяца в стенах Аграрного университета прошли три значимых конференции, посвященных. первое, а, технологии NoTIL, то есть технология, которая направлена на полное исключение механической обработки почвы, а средства защиты растений осуществляются за счет а, химических средств и применения минеральных удобрений более... В широких масштабах позволяет компенсировать те микробиологические процессы, которые затухают в некоторой степени при технологии наутил. Вторая конференция была посвящена совершенно другому направлению, и она предусматривала рассмотрение вопросов, связанных с производством органической продукции в сельском хозяйстве, то есть без применения химических препаратов защиты растений и минеральных удобрений. И третье направление было посвящено пчеловодству. В последние годы возникли проблемы с пчеловодством на фоне широкого применения химических средств в борьбе с вредными организмами и гибелью пчел. Вот на этом основании я бы хотел сегодня немного прокомментировать технологии возделывания культур ну и в стране, и в Алтайском крае в частности, с тем, чтобы найти какой-то консенсус между разными направлениями. Во-первых, вся технология возделывания сельскохозяйственных культур предполагает применение целого ряда технологических приемов обработки почвы, севооборота, системы удобрений, семеноводства, защиты растений и других приемов, наличие сельскохозяйственной техники, мелиоративные приемы и так далее. Вот. Так вот, в основу системы земледелия, которая представляет собой сочетание разных приемов обработки почвы и технологии возделанных культур, предусматривает целую систему земледелия. Система земледелия, она состоит из следующих основных звеньев. Организация территорий и севообороты, это в первую очередь. Второе, второе направление, это... Система обработки почвы, защита растений от вредных организмов, вредителей, болезней, сорняков, далее система удобрения, семеноводства и так далее. Так вот, первое, на чем бы хотелось обратить внимание при решении проблем, возникших на этой конференции, это все-таки севооборот. Севооборот является основой любой системы земледелия. К этой теме было обращено внимание уже в течение трех столетий и за рубежом у нас в стране, в частности, в Алтайском крае. Всеоборот предусматривает чередование различных культур по, своей биологи... по своим биологическим особенностям во времени и по полям хозяйства. Положительные стороны предусматривают их влияние на биологические свойства почвы и на растения, на химические свойства почвы на агрофизические свойства и с экономической точки зрения эффективность севооборота она определяется тем, что здесь не требуется дополнительно какие-либо затраты на освоение севооборотов, а эффект очень высокий и основные направления или принципы чередования культур в севообороте должны предусматривать ежегодную смену сельскохозяйственных культур на полях, и при этом культуры должны отличаться по своим биологическим особенностям, по срокам посева, по срокам уборки, по влиянию на пищевой режим почвы. Мы знаем, что есть культура раннего срока посева, адаптированная к условиям Алтайского края, есть позднего срока посева. Вот чередование таких культур позволяет бороться в одном случае с ранними мировыми сорняками, в другом случае с поздними мировыми сорняками. Соответственно, разные культуры повреждаются разными видами болезней, разными вредителями. И, соответственно, и вредитель, и болезнь, и сорняки вырабатывают аналогичные свойства, близкие к определенным видам культурных растений. Наряду с этим все оборот позволяет эффективно бороться с сорняками не только в системе чередования культур, но и при выборе приемов основной обработки почвы, то есть осенняя обработка почвы. Часто допускается самая главная ошибка при обработке почвы, когда после уборки урожая предыдущей культуры происходит обработка почвы, с некоторым разрывом. Может быть, неделя, иногда и два, а то и месяц. За это время многолетние сорняки, такие как корневичные, корнят прысковые сорняки, успевают накопить питательные вещества в корневой системе. А выпадающие осадки после уборочного периода позволяют им хорошо приживаться в почве. И механическая обработка почвы мы, соответственно, разрезаем корневую систему, растаскиваем ее по полю. Она успешно приживается. Поэтому вместо того, чтобы очистить поле от, этой, от этих групп сорняков, мы, наоборот, производим их посев. А потом возникают проблемы борьбы с этими сорняками. А для решения этих проблем приходится применять больше химических средств защиты растений. Применяются гербициды. И опрыскатели, к сожалению, у нас работают, начиная от раннее весеннее оборонование в предпосевной системе обработки почвы и заканчивая концом вегетации культурных растений. Особенно важно, хотелось бы обратить внимание на плодородие почвы в севооборотах. Ну, например, такие проблемы, о которых уже не один раз говорили и по телевидению, и на конференциях, и на занятиях со студентами, слушателями. В хозяйствах, производящих сахарную свеклу, трехпольный оборот пар чистый, сахарная свекла и одна зерновая культура, величайший дефицит органического вещества, не пополняется органическое вещество за счет сидератов, за счет применения органических удобрений, и все усилия ставятся на применение только минеральных удобрений, и химический средств защиты растений. Опрыскиватель не уходит с полей, начиная с посева сахарной свеклы и почти до самой уборки этой культуры. Поэтому хотел бы обратить на это внимание наших слушателей и сказать, что при таких севоборотах идет деградация почвы, опустынивание, формируется мелкозем, который потом засева, э, засекает Посева сахарной свеклы и другие проблемы возникают. Поэтому как с этим справиться, с этой проблемой? Ну, дело в том, что руководители и хозяева, можно сказать, этой земли находятся далеко от Алтайского края, им не видно, что здесь происходит с плодородием почвы. Главное, что для них это доход. Ну, законодательная власть должна какие-то меры все-таки принимать с этим. А о значении оборотов хотел бы обратить внимание и на истории урожайности зерновых культур в Алтайском крае. Ведь начиная с 30-х годов прошлого века и до 90-х годов специализация сельского хозяйства, растеневодства в частности, была направлена на производство зерна. В свое время работали зерно и всегда мы приводили примеры, сколько зерна произвели в Советском Союзе. Ну, и в Алтайском крае тоже самое, закономерности они прослеживаются большие. После распашки цельный а, подъем урожая на стерильной почве, получили достаточно высокий урожай, в отдельные годы он достигал и до 19 центнеров с гектара, а потом пыльные бури, появление сорняков, урожай снижается снова до уровня предвоенных лет необходимость освоения почвозащитных систем земледелия. Освоили почвозащитные системы земледелия, урожайность подрастает в полтора раза, и, соответственно, валовые сборы зерна были близки к 6 миллионам тонн в крае. Затем ну, некоторые руководители нашего края, партийные органы направили развитие земледелия на сокращение площади паровых полей, не паровых предшественников, увеличили административно площадь посева зерновых до 70%. В результате пшеницу высевали по 3-4 года на одном и том же поле. Ну, иногда приходилось прерывать и чистым паром. В результате мы получили снова снижение урожая и снижение валовых сборов зерна. Но ну, эти данные они приводятся в хорошей выборке. Если у нас при освоении почвозащитных систем земледелия мы рассматривали 10 лет в среднем, то при освоении зернового направления 7 лет. И вот за 7 лет у нас произошло снижение валового сбора зерна около миллиона каждый, каждый год. Соответственно, снизилось количество кормов, их, соответственно, питательная ценность, возникли проблемы. Ну, старшее поколение прекрасно их помнит. Ну а затем отказались от этой практики, перешли на интенсивные технологии, которые предусматривают несение удобрений, соблюдение сиоротов, но их нужно было освоить, переходный период нужен был, но ну, освоили, дошли до среднегодовой урожайности зерновых культур до 14 центнеров с гектара. Казалось бы, все хорошо и прекрасно, но настали роковые для страны, и в том числе для Алтайского края, и земледелия это 90-е годы. В настоящее время с учетом того, что хозяева на земле сменились, хозяин стал на земле, соответственно, рынок, мировой, отечественный рынок показал, что есть возможность зарабатывать и на многих видах других культур. Расширились площади посева зерно-бабовых культур, обеспечивающих накопление, азота в почве что способствует снижению применения минеральных удобрений. Это и та же культура, которая была в советский период времени в загоне гречиха, которая нашла свое достойное место в структуре пассивных площадей и как предшественника она обеспечивает перевод труднодоступных соединений фосфатов в доступной формы и оставляет их для следующих культур. Но ну и так другие культуры. Значит, необходимо, еще раз повторяю обязательно смена, ежегодная смена культур, которые бы создавали благоприятные условия для следующих культур, как в, в плане накопления питательных веществ, так и в плане снижения а, вредоносности сорняков, вредителей и болезней. Вот поэтому, еще раз обращаю на это внимание, конечно, здесь и Вопросы, связанные с пчеловодством, они могут решаться, хотя у пчеловодов тоже свои проблемы. Когда на пасеке появляются там, у них вредители тоже, клещи, например, они же применяют химические меры, а на агрономов обижается, что там химии применяют на полях. Поэтому необходима координация землепользования, структуры пассивных площадей и сиоборотов. Таким образом, чтобы пчеловодство приносило пользу растеневодству, а растениеводство пчеловодству. Ну, соответственно, надо не забывать и о животноводстве. Вот на этом я бы хотел сегодня нашу с вами встречу закончить. Благодарю за внимание.